какой же выбрать из них? О! Я думаю, этот будет идеален! Блин, упал. А ну-ка, поднимемся-ка и... Опа! Ну что же, этот портал... Блин, опять упал. Сейчас, секундочку. Сейчас, ой, извините. Вот, вот, все, пора выбирать этот портал. Блин, да что ж такое-то? Да глупый пол, почему ты такой скользкий? Ну все, я выбираю этот портал. Не понял прикола вообще. Это чё такое? Да, блин, да что? Да в смысле? Да как так-то? Ладно, видимо, эти два портала какие-то сломанные. Пойду вот в этот. Что? Это же маска монстр Lucky Block. Погоди-ка. А я что тут? Один в небе? Привет! Йонь? Привет! А ты-то тут откуда? Что происходит? Почему мы оказались в небе? Да ладно, это ваша любимая рубрика, за счет которой можно поставить лайк сейчас на ролик. Лёнь, не надо в меня бросаться коровками. Пожалуйста, это ни к чему хорошему не приведет. Лёня, я тебя прошу, если ты это будешь делать, то я, как только выбью какой-нибудь хороший меч, сразу приду к тебе. О, не только не эти жуки. Так, все быстрее, быстрее, ломаем блоки, пока они нас не замедлили. Ребята, ставим лайк прямо сейчас на серию. Если вы поставите кучу лайков, то мы будем снимать такую рубрику чаще. Леонид Андреевич выпал из мира. Так, проверим, что это делает огромное яблоко. Вау, ничего себе эффектов сколько. Капец, оно большое. Лень, хочешь яблочко? Ага, хочу. Ну давай тогда спрыгивай сюда, я тебе поделюсь с ними. Сейчас, секунду, Владус. Ты, откуда у тебя бедрок, зараза ты такая? Ты, Лень. Так давай яблочко-то, Владус, я прыгаю. Это было максимально глупо. В смысле? Леонид Андреевич выпал из мира. Да в прямом, чё, в коромысле. О-о-о, ничего себе у меня эффектов теперь. Я могу реально допрыгнуть до Лёни. Только у меня нет никаких блоков. Опа, смотри-ка, Лёня, видал фокус? Да, видал, это моя платформа, иди отсюда. Чего, в смысле иди отсюда, Лёнь? Да чё, тебе жалко, что ли? Я на твоей платформе как раз поломаю блоки. Смотри, что выпало. Мы до туда сейчас допрыгнем. Раз, два, три. А, Лёнь, это, кажется, не мне выпало. Лёнь, прыгни-ка. Жалко, у попы в пчёлке. Дурак, что ли? Он допрыгнул! Так, я хочу к нему телепортнуться. Там что-то происходит. Что у тебя здесь? О, нет, кажется, по нам начинают стрелять. И что это за странный такой домик? Владус, я не знаю, но тут очень высоко. Я полетел! Чего? У него получилось это сделать? Мне разлей, Лёнь! Фух, спасибо большое. Ты хороший друг, ты мне выручил. Пожалуйста. Но лучше меня только мой брат Шоколадка Чока. Почему он вообще лучше меня? Ну потому что он не ведет себя как ты, как вредина заразная. Вот что ты там делаешь вообще, а с моим блоком? О, Лёнь, а можно я проверю ракетницу на тебе? Конечно, давай, давай, попробуй. Лёнь, давай. Ой, ё-моё, что-то она была какая-то слишком серьезная. 5 минут спустя. Да уж, что вообще происходит? Лёнь, ты что, летаешь? Владус, проблема, тут заспавнились блоки. Что? Погоди-ка, ты что? Серьезно? Лёня, заточили прозрачные блоки. Лёнь, я тебя вытащу, подожди, мы можем просто доски сломать, и ты отсюда выйдешь. А, кстати, доски мне понадобятся. Мы их заберем для того, чтобы у нас был верстак. О, нет, Леонид Андреевич был убит ифритом. А что происходит с этими лаки-блоками? Маска Lucky Block, это, конечно, очень серьезно. Почему она спавнит всякую фигню? Я не понимаю. У меня было так много эффектов, но... Погодите-ка. Мне добавился эффект полета. Так, тихо, давайте, Лёня, не будем говорить. Сейчас мы его немножко затроллим. Скинем отсюда Бобика. О, стоп. А где Владус? Владус! А, стопы. Сейчас он сюда придет. Мы ему сделаем небольшую подляночку. Сейчас, секунду. Это будет смешно. Сейчас будет приколдес. Вот когда Владус заспавнится, я подожгу ему здесь кучу-кучу динамита. Остается просто ждать. Ах, так, значит, он меня же не заметил. Значит, хорошо, что я летать умею. Мы к нему вот так вот подлетим сейчас. И раз, два. В смысле? А почему я? Потому что, Лёня, троллить меня не надо, я все видел вообще-то. О, а это что у тебя там из губок? Ребята, напишите в комментариях, какой блок вы считаете будет лучше. Я считаю, что маска монстр 100% победит куклу Поппи. Ага, конечно, это невозможно. Кукла Поппи будет лучше в 1000 раз. Лёня, а маска будет лучше в 1000 миллионов раз. А кукла Поппи будет в 1000 миллионов 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 раз, понял? Ты что сделал, Лёнь? Что со мной происходит?
происходит-то? Блин, зараза такая. Если вы ставите лайк, то вы голосуете за мою маску. А ребята, нужно лайк поставить, потому что моя маска будет гораздо лучше, чем кукла Поппи. Ну это же очевидно. Лень, дай я тебя ударю мечом, спасибо. Я тебе штаны хотел дать. А, Лень, ну спасибо, конечно, но мне и без этого, знаешь, нормально. Нифига себе, штаны сколько жизни дают. В общем-то, выкидываем лишний нагрудник. Сейчас мы... Ты чё? Я что-то не понял. Вот так вот правильно, вот так вот. Зараза такая, он что, меня побить, что ли, хотел? За что? Так, у меня слишком много кольчуги падает. Какая кольчуга? Зачем? Стоп, я что, беру штаны в руки, и у меня сразу сердечки появляются? Я не понимаю, в чем прикол? У меня еще куча блоков маски. Она должна выдать нам реально самые лучшие предметы. Да ладно, это же... Что? Погодите-ка, мне что? Только что выпал обычный лакиблок с маской, который был в прошлой серии. Ребят, я вам чуть не проболтался. Если вы посмотрите прошлую серию, вы узнаете, что там было. Но я на нее ссылку оставлю чуть-чуть попозже. Поэтому смотрите ролик до конца, чтобы узнать, что было у нас в прошлой серии. Там я играл за лакиблок маску и знаете... Ой, опять чуть не проболтался. Так, подожди-ка, свинка, давай иди отсюда. Владус, да не рассказывай, что было в прошлой серии. Там такой позор был, такой позор. Пожалуйста, не рассказывай. И вы, ребята, тоже не смотрите прошлую серию, ладно? О, ну все, ребят, вы точно должны этот ролик тогда до конца досмотреть, чтобы узнать, что там было в прошлой серии. Это так эпично было. Не, ну маска, лакиблок, по-моему, реально шикарен. Владус, ну пожалуйста, не рассказывай. Я заглажу вину тортиком, ладно? Тортиком? Это же вирусный тортик. Ничего себе, он у меня добавилось просто так на халяву 4 сердечка. А что, мне нравится, почему так много кольчуги выпадает. Зато у меня появились вот такие вот трусы, с помощью которых мы можем прыгать нереально высоко. Зачем? Я не знаю, если честно. О, там что-то выпало у... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Арбузы! Собираем, собираем. Арбузы мне нужны, потому что арбузы дают реально супер классные эффекты. Ну-ка, проверим-ка. Скушаем арбуз и снимем труселя. Ну, в смысле, в Майнкрафте. Владус, а этот твой сервак, вот, арбуз майн, я просто обожаю вообще. Ты дурак, у меня сервак называется ананас майн. И он для телефонов, ты понимаешь? А, я так и сказал. Там вообще такие превращения, мне так нравятся. Да, согласен, да, можно превратиться даже в хаги-ваги. Ой, я вам рассказал это случайно, ребята. У меня просто реально есть сервак, вот айпишник надо мной. ananasmine.ru, вы можете на него зайти, поиграть и превратиться реально в хаги-ваги. Но я вам не хотел на самом деле этого рассказывать. Лёня, извини, я тут все взорвал. Спасибо, Владу, спасибо. Ты-то зачем все взорвал? Ладно, я сломаю кучу этих блоков. Интересно, что они ломаются с первого удара. И нам повезло, что динамит сейчас весь упадет в самый низ. Да. А это еще что такое? Как лава у нас вообще может быть в воздухе? Объясните. Ладно, скопаем хотя бы лакиблок. Владус, короче, ты не поверишь. Как думаешь, кто выиграет в битве в конце ролика? Конечно, я, Лёнь. Потому что за меня проголосовали все зрители и поставили лайк. А если вот так... погоди-ка, Лёнь, это же нагрудник, который выдает режим креатива, да? Да. Так как я честно, иди отсюда. Ничего себе, решил, значит, нагрудником выиграть. Нет, нет, нет. Знаете, это так не работает. О, зато у меня есть шляпа, которая дает какие-то странные частички. Давайте, о нет, наковальни летят, но не долетят, извините. Лёнь, Владос, я тебя сейчас вырублю. Я тебе сейчас как дам, Лёнь, знаешь, я освобожусь, сейчас ты у меня получишь по заднице. Извиняюсь. Лёня, ты вот лучше не надо этого делать, понимаешь? Лучше меч-то свой убирай нафиг. У меня еще 20 блоков осталось, которые дадут мне просто невероятные вещи. Это 100%. Давай, мне нужен лук хотя бы один, чтобы стрелять в Леню в конце битвы нашей. Боже, чел, ты что, русский не знаешь? Не дадут, а дедут. Лень, ты меня так достал. ОМГ, какой кринж. Лень, ты сам кринж, вот реально. Что это за шапку ты на себя напялила? Вот шахтер, вот посмотрите на него. Я не знаю, что делать, но Леня, сейчас я тебе докажу, что маска Монстр Блок оказался лучше. Наденем те самые труселя, подкрепимся немножко арбузиком, немножечко самым большим яблочком в мире. О май гад, Лень, ну кажется тебе хана, ведь я возьму один меч и вырублю тебя. Это было просто легкотня. Те, кто голосовал за маску лакиблок, это 3 побед играем. Не-не-не, Леня, уж давайте, извините. Я, кстати, умею летать, ты меня не достанешь. На, получай. Лень, ну, кажется, это не работает, знаешь ли. Я его даже не трогал, ребята. Те, кто ставил лайк, выиграли в этом ролике. Лень, ты что, надел нагрудник, который выдает режим креатива? А, получай, получай, получай. Ребята, посмотрите, что было в прошлом ролике. Как я вам и говорил, нажмите на него прямо сейчас. Вот же он. Кликните на него, посмотрите его, а мы увидим уже в следующем видео. Подпишитесь на канал прямо сейчас. Пока. Давайте смотрите видос. Там было реально такая ржака. Не рассказывай, Владус, не рассказывай.